что это жестко. Ну что, идет 7-й километр. У меня, по идее, сегодня на 8. Все закончится. Я чуть позже скрин докину, сколько я пробежал. Чувствую себя отлично, но что-то я потею так жестко. Доброе утро. Я только проснулся недавно, уже успел разослать сообщение, почитать. На пробежке еще не был. Сегодня пойду позже, потому что с сегодняшнего дня я решил постить биты каждый день. И сейчас мне нужно как раз закончить один и выгрузить. Вот, и уже после я буду бегать. Родители уехали на море на неделю точно, поэтому следующую неделю я дома сам. Это классно в плане того, что я смогу снимать, когда захочу. Ну да, почти сам, меня оставили на неделю дома с вот этим вот монстром. Сразу заполню небольшой пробел, который я создал сам. Я не знаю, кто-то из вас помнит или нет, но у меня всегда, ну, мелькал часто, еще в самых первых видео и в тех, которые сейчас уже есть на канале, у меня был другой кот, Сёма, пушистый персидский. Вот, ну, я думаю, логично, что если сейчас у меня другой кот, что Сёмки не стало уже. Это произошло где-то, наверное, уже больше, чем полгода назад. 9 января умер по естественным причинам, ему уже было лет 16-17, ну то есть он наравне со мной рос, и это самое тяжелое в этом было, потому что всю жизнь, сколько я себя помню, Сёма всегда был со мной, и самое отвратительное это то, что, ну, ты понимаешь, что ему больно, а ты ничем помочь не можешь просто. И еще было ужасно, очень ужасное ощущение, в общем, всегда, когда кто-то приходил домой, он встречал. Ну и само собой, когда я приходил домой, он всегда меня встречал. Так получается, что он умер, я его пошел похоронил, прихожу домой, открываю дверь. И первая мысль, когда я открываю дверь, типа, ну, я жду, что сейчас он меня будет встречать. Я захожу домой, а на пороге никого нет. И это было, наверное, самое отвратительное ощущение из всех. Все, он подпевай. Хорош, ты тупо в бит попадаешь. Лучший кот. Не хотел просто об этом говорить, я не знаю. Прошло какое-то время потом, и нашелся на улице вот этот вот бес. Поэтому знакомьтесь, это Рич. Нашел я его, или он меня нашел на улице, я не знаю. Это было через несколько месяцев, наверное, после того, как Сёмки не стало. Вот, ну, в общем, оставили меня родители на неделю. Ну, как оставили, я, типа, сам сказал, что едьте сами без меня, я дома буду, мне, типа, есть чем заниматься, есть что учить, что делать. Ну, и так получилось, что остался я дома один на один с вот этим вот монстром, с вот этим. Настолько активных существ кошачьих еще не встречал, серьезно. Это какой-то флеш-код просто. Я вам вечером покажу, что я имею в виду. То есть прям запыхивается, и тем не менее все равно продолжает бегать. Вот это я понимаю, дух чемпиона. Выносливость у него какая-то вообще сумасшедшая. Сейчас я не знаю, что я буду завтракать. Или арбузы себе отрезать, или овсянки запарить. И буду делать, собственно, бит. Буду делать бит, который буду выгружать сегодня. Да? У меня такое ощущение, что когда я рассказывал про Сёмку, я что-то преподнес не так. Ну и плюс вот сам факт того, что я изначально рассказывал про то, что у меня умер брат мой младший, грубо говоря, да, и сейчас я буду включать вам музыку, ну типа как-то несостыковочка, да, происходит. Но я не хочу задавать грустный тон этим. Само собой, это паршиво. Но я решил сейчас об этом сказать чисто для того, чтобы более полная картина была у меня на канале. Еще раз повторюсь, я не хочу задавать этому видео какой-то грустный тон. Сёмка прожил, я не знаю, могу ли я так говорить, что он прожил хорошую жизнь, но
Я точно знаю, что он жил в любви, что о нем всегда заботились, и он ни в чем не нуждался. Вот. Опять резкий переход. Я все-таки решил отрезать себе арбуза. Обожаю арбуза. И сейчас я хочу закончить один бит, который я, собственно, сегодня выгружаю. Как я и сказал, я буду грузить их каждый день. Поэтому мне надо сейчас закончить этот, потом еще новый сделать на завтра, и еще надо делать на несколько дней вперед, потому что у меня сейчас 2 дня выходной, и потом выхожу на работу. Добавил колокольчиков сверху. И сейчас то, что вообще задает все настроение этому биту, и почему я слышу на нем Узи сразу. Я не знаю, слышно или нет на фотике, но у соседей так громко играет музыка, что я ногами чувствую, как у меня вибрирует пол. Сейчас мы им будем конкуренцию составлять. Все, я уже слышу ритм. Меня уже не остановить. Полетели. Полетели, полетели. Вот это жестко. Это жестко. Я гений. Next. Ты что делаешь? Ну вот за что? Тьфу, у тебя рыба воняет, Рич. Хоп. Это очень похоже на последний трек с Кимаска. Пожалуй, мы на нем и остановимся, раз такое дело. Не просто так. Это не просто так. Мне нужны open head, open heads, open heads, open heads. Да еще зацените, как меня забаррикадировали рот, короче, я не могу его открывать, резинок навешали мне, чтобы выровнять зубы, и теперь максимум, как я могу открыть рот, это вот так.